Металлические трибуны советских времен, обветшалый судейский домик и спортивные снаряды. Лыжная база – одно из самых популярных мест проведения массовых городских праздников и соревнований. Пришла пора привести эту территорию в соответствие с современными тенденциями активного отдыха. Реконструкция лыжной базы, как и не только самой лыжной базы, а всей территории, прилегающей к лыжной базе, назрела уже давно, так как мы знаем, что лыжная база пользуется довольно-таки большой популярностью жителей нашего города не только в зимний период, но и в летний период также. В планах благоустроить 31 гектар земли. Появится спортивная площадка для пляжного волейбола, новое футбольное поле, реконструируется зона памп-трека, который подойдет как для взрослых, так и для маленьких велосипедистов. Проектом благоустройства все пространство лыжной базы будет поделено на несколько зон. Это зона стартового городка, зона пантрека, зона отдыха, детская игровая зона, спортивная зона. То есть достаточно широкий комплекс тех зон, которые мы готовы предложить нашим жителям. Реконструкция лыжной базы не затронет лыжероллерную трассу и лыжню и никак не повлияет на тренировочный процесс воспитанников спортивной школы. На базе с дюшоратом занимаются 12 учебных групп. Это порядка 147 воспитанников. Спортсменам и тренерам сегодня приходится уютиться в маленьком двухэтажном здании. Речь о его расширении ходит уже давно. Есть даже проект реконструкции, реализовать который планируют в 2020-2021 годах. На сегодняшний день здание лыжной базы, оно не вмещает того количества людей, которые к нам приходят. Конечно, здание маленькое и, конечно, требует, чтобы немножко его также реконструировать. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции территории лыжной базы завершится уже в середине декабря, а сами работы по благоустройству должны закончить уже в мае будущего года. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.